Смотри. А, он в воду. Прыгаем, ребята. Да ты дурак, что ли? За что? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Емтор, Абгай, Васаби, Крошка-Окрошка, Саша, Куёка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня мы играем в Майнкрафт, и у нас очень крутая карта, Припять. Будем изучать ее, мочить зомбаков. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в Припяти. Пацаны, вы были в Припяти хоть раз? Я, да, был где-то. О, ну что, похоже вообще или нет? Ну, в принципе, да. Красиво. Очень круто. Ребята, вы же вместе держитесь, а то я так, блин, ничего ночью посливаемся. Кстати, у нас стоит ресурс пак, и у нас сегодня ночью будут спавниться аниматроники. Это очень жестко. О, я вижу слизь. Идемте в дом, а все вот зайдем, да, посмотрим, как там внутри все обстроено. Давайте зайдем в энергетик. А везде, везде позаходим. Так, даже стремновато заходить. Опа, марионетка уже пошла. А, я же забыл, они же ночью спавнятся здесь, да, в темноте. Это тьма, и Чика. Мочите, мочите ее. У нас сегодня банда убийц. Так, я могу с факелом ходить, подсвечивать себе. О, тут выход на улицу, тут сразу рядом какой-то. Да. Так, давайте здесь пройдем. Офигеть. Все так разрушено, стекла, да, разбиты. Что-то написано, внимание. Ребята, кто был в Припяти, напишите в комментариях, похоже или нет. Так, ну что, давайте, наверное, вовнутрь зайдем. Откуда-то мангл. А стреляет. Кто-то стреляет, какая-то кабака это по нам стреляет. Мангл, не, а я не вижу вход. Сейчас найдем. Вот хочешь я сделаю? Вот. Не, не надо, не надо, мы сейчас все четко пройдем. А тут, вот он, вот он. О, крипер. Вот убили крипер. О, вижу, надо. Вижу вход. Так, что, в темноте, наверное, жестко, да, будет сейчас? Да-да. Офигеть, так, берем факел. Сейчас построим. Так, что, будем подниматься или нет? Я построил цепь. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что там творится? Дайте мне кого-то побить. Эй, меня сейчас убьют. Ты кого бьёшь, Куёка? Что там творится, Куёка? Ты что, псих, что ли? Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. Либо ля Майнкрафт. Так, стекла не бьются мечом. Пацаны, а вы где? Вижу, вижу. Вы уже поднялись. Вот психи, а. Ой, кто-то упал. Эй! Бонни, ты чё? Чика, крипер, валите! Это будет взрыв. Не, просрало, что ли? О, замочил, хорош. Блин, у нас тут потери. Или все живые? А, нет, кто-то умер. Кто-то умер, да? Так, давайте, покушать не могу. Пацаны, внимание, у кого золотых яблочек? У меня есть тесты. Блин, прикольная игрушка, мне нравится Майнкрафт. Ребята, наступает ночь. Это будет настоящее выживание в Припяти. Смотрите, там есть еще большой дом. Может, идемте в тот большой дом здоровенный? Димас, тут крыша есть. О, идемте на крышу. Там поднимаешься. Поднимаешься, да? Да-да-да-да-да. Так, я факел беру. Офигеть, как красиво. Что тут за мясо? Кто тут по вам стреляет? Никто? Это у нас сами по себе прыгают наши. Понял. Так, а мы можем куда-нибудь вообще пройти здесь? Получается, что надо через ступеньки опять спускаться, да? Еще. Мы разобьемся просто. Все, я нашел проход наверх. Да? Повыше можно на крышу забраться. А как спрыгивать? Воды нету нигде? Воды. Сейчас посмотрим. Было бы прикольно, да, в воду прыгануть, пацаны? Там какое-то село еще рядом. Где? Дима. Вон там дальше, вон там, в той стороне. У меня не прогружается, мне не видно. У меня по умолчанию настройки стоят. Ладно. Дима, хочешь, я тебе опасный трюк покажу? Давай. Ща все будет, смотри. Ща он прыгнет. Ща ватердроп покажет. Ща ватердроп будет. А, так давай, ты изменил себе режим игровой, ах ты хитрый. Все, он опять выживает. Давай, давай, давай. А, он в воду. Прыгаем, ребята.
Да ты дурак, что ли, за что? Да что ты наделал? Умный какой. Блин, ну пацаны, мы что все... Блин, ты испоганил нас всех. Мы разбились из-за тебя, кузёк. О, у нас предметы не выпали. Я живу на вас. Да нормально, нормально, мы здесь прикольно слились. Пацаны, ну ещё, идёмте повоюем. У нас зомби в голове заспавнились. Слышь, ты придурок, что ли? Я тебя убью. Крипер вонючий. Эй, Чика с луком. Мы такого вообще где-то видели? Да. Блин, класс. Так, кто-то там воюет из наших. Это я. Так, пацаны, ну что, идемте исследовать дальше карту. Идемте сюда, вон. Кто здесь, интересно? Блин, ну ночью вообще, да, стрёмно гулять? Ну, аниматроников и как бы в меру. Не сильно много, но и не мало. А давайте потом поищем саму электростанцию. Может, надо построить... А это надо отдельную карту. Здесь ее нету, ЧАЭС. А. Это будет в следующем ролике. О, будет интересно. Небольшой спойлер, что будет в следующем ролике. Можно между друг другом на АЭС построить битву. Там будет прям здоровенный вот этот вот большой бункер такой. Саркофа? Да, он прям там будет. Карта здоровенная. Больше, чем это даже. Ну мы начинаем с Припяти. Пошли в тебе, да? Идите вот сюда, вот, в это здание. Идите в тебе дать покушать. Покушать? Да. А у меня есть. Вы прописали команду, мне вещи не выпали. Здесь пусто. Так, что у нас тут? Ой, круто. А что оно пустое? А нет, вот лестница есть. Где? Это странно тут очень. Туда. А рядом тут лестница и сразу наверх. Надо аккуратно идти. Так. Конь. Димас, вот, я сзади, я сзади. Вот идем. Подъем наверх. Я сзади тебя. А. Вот. А вас тут много, уже запутался. Вот тут подъем наверх. Вот он. Вот так он подъем, ведет никуда. Не, я не буду подниматься. А. Идемте дальше исследуем. Аниматроники, пацаны, достаем мечи. Я вас жду, их тут очень много. Идем. Давайте, сейчас будет взрыв. А, нет. Дима, смотри, что мне выпало, Тон. Гитара? Да. Офигеть, я буду лупашить ей. А ну, иди сюда. О, пацаны, ватер дроп сейчас будет. Ты что? А ну давай, я посмотрю, как ты прыгаешь. Разбился. О, трава. Дима, идем бить. Ой, слышь? Лучше мечом зачарованным. А ну, а ну, а ну, а ну. Выживание в Припяти. Напали на город. Ого, взрыв мощнецкий. Классно разорвало. Вообще не лагает. Какой-то ангар не понятно. Давайте в этот ангар пойдем. Да. Я за вами, пацаны, я за вами. Бегу, бегу. Со всей силы. Марионетка. Давай, 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 сейчас взрыв будет. Осторожно, пацаны, можно погибнуть. Да, марионетка да, жестко стоит, там ждет нас. Ой. Че там, че там? Я а ничего не вижу. А ты по кому стреляешь? Пацаны, легче, легче, вы же можете попасть. Так, там ничего. Так, здесь просто дома у нас какие-то. О, я вижу какой-то дом высокий. Так, боковым зрением. Вижу, вижу, мы идем туда. А, да-да-да, вот он. Дальность прорисовки в следующий раз сюда добавлю. Смотрите, сколько их там. Дима, не оглядывайся, беги. А что там? Нормально, мы справимся. Ого, их тут. Кстати, вон там дома и свет горит. Может, там люди живут? Да. Может, там жители есть? Есть. А, ну да, ведь есть какие-то Припяти, где люди живут. Так, вроде бы все нормально, тащим. Надо кушать. Покушали. И даем дальше на ногу. Ай-яй-яй-яй-яй, подлец. Не оглядывайся. Я не оглядываюсь, там их очень много, очень. Дим, зажми пробел, так быстрее будешь. Да? Понял, да, бы не хелпить тейпо. А это работает как горит. Так, что там, ведьма была, да? Да, убили уже. Так, тут у нас свет есть, наверное, они тут спамиться много не будут. О, тут Балун Бой, иди сюда. Придурок, а ну. Это прикольно. Жители. Это жители. Балун Бой, жители? Крошка, не надо! Ты шо, это ж это, жители. Я убил, он на меня вроде как кидался. Ой. Ну, мне показалось. Дима, знаешь, ого, их тут. Ты чё, марионетыч? Дима, знаешь, что я сейчас нашел?
Кого? Что? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я пошел получается. Давай вспоминай, в следующем ролике скажешь. Я нашел вроде Бонни. Так, интересно, а сюда можно зайти или здесь тоже нифига? О, там кто? Чика. Так, пацаны, осторожно, здесь их очень много. Опа! Выползает со здания. Осторожненько, осторожненько. Я хочу потом, знаете, что записать? Сиреноголовок скачать больших. Будет прикольная выживалочка. О, давайте корову забьем до смерти. Так, покушаем. Отлично. Так, пацаны, что там у нас дальше идет? Дальше ничего нет? Конец уже карты? Да. Не, пойдем уже. Да. Идем. Вот еще есть вот там что-то? Да. Мы тогда пошли сразу по краю карты. Там вообще-то на самом деле здоровенная. Что за звуки? Это энто-марионетка. Энто-марионетка? Пацаны, не на того нарвались. Крячка вонючая. Этот воду разливает. Пацаны, утро! Сейчас все аниматроники пропадут, и мы дальше пойдем исследовать мир. Вот это у нас именно Мочилова. Классно. Дима, погнали на колесо обозрения. А где оно тут есть? Да, 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 да. Пошлите. Я пошел. А это колесо вообще ни разу не было запущено. Ни разу? Вообще. То есть его построили и сразу взрыв. Че, пацаны, может взорвем его? Колесо? Да. Дайте мне TNT, пацаны. То мы его добьем, а то оно уцелело, это очень странно. Только лет простояло. Так, давай. О, так у меня же гемот измененный, нифига себе. Я уже могу сам себе выдать, что я хочу. А, Дим, да уже? Вот тут сундук. О, все. Ну что, пацаны, залажим динамит, только не активируем. Просто залаживаем. Хорошо. Кабинки. Да, делаем так, чтобы все взорвалось. Мы сделаем, короче, потом такой шлейф из динамитов, издалека его подождем. Так что, ребята, досмотрите все до конца, будет весело. Димас. Да. Димас, можно же просто рационом провести и поджечь. Можно. А можно динамитом по красоте сделать. Ну что, пацаны, я активирую. О, пошел движ. Где же колесо взорвется? Да, все, нет, еще остались фрагменты. Чуть-чуть там не активировались динамиты, но они есть, я вижу. Давайте больше динамита. Нифига себе, мы тут жахнули. Все, я активировал. Давай. Ой, красиво. Все, ну практически мы уничтожили колесо. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте вам лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.